В начале июля Челябинск получил звание города трудовой доблести. Представители штаба студенческих трудовых отрядов ЮРГУ приняли участие в торжественном заложении камня. Одна из волонтеров – Валерия Григоренко. На Аллее Славы был заложен камень будущей стелы города трудовой доблести. Студенческие отряды Челябинской области в этом мероприятии приняли участие в качестве волонтеров. Мы провожали ветеранов до их почетных мест и обратно. Также приняли участие в выставке военной техники и автопробеге. В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава города Наталья Котова и ветераны труда. Отметим, что стела расположится напротив Вечного огня. На ней будет изображен герб Челябинска и указ президента о присвоении городу почетного звания.